За прошедший период отчетного года дельта активов и пассивов оборотных средств прибыли. Radiant Team Ban. Dire Team Ban. Сумму, равную альфе основных средств за позапрошлый Radiant отчет. Это позволяет... Отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Кстати, подумай, у Бигаса такой никнейм все ли? Большой бы манкида. Да, есть же. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами вот Пупей сидит и Каспер. Да. И у нас решающая игра. И Дэнди за камерой, как главный оператор. Да, это был он. В общем, у нас решающая игра. Moscow Fight против Mouse Sports. Финал, большой финал лузеров. Хватит уже. И, собственно, сейчас определится, кто же будет завтра играть против наших сегодняшних комментаторов. Хвоста, Смайла и вот Пупей сейчас. Как ты смотришь, Пупей, вообще на все эти игры? Страшно или нет? Да, скучные, что-то кажется вообще. Ну, можно было и лучше. Ну, можно было лучше, но это же loser bracket финал, так что обе команды хочет очень выиграть. Так, ну, сейчас я проверю. О, это. Или это не я? Я не знаю, где я. А вот он я. Все, я себя нашел. Я тебя чуть погромче сделал. Так, что там у нас пока? Пикибаны. Минус Бруда, ЦК, Шаду, Демон. Дарксира, кстати, тоже забанили. Потому что в прошлой игре он почему-то... А он в позапрошлой, кстати, участвовал. Он тоже выиграл тогда. То есть тут было две карты с Дарксиром. И обе ушли за ним. Ну и вроде пока без неожиданностей. Так, Каспер, тебе надо сейчас подумать, какие баны у этой команды сейчас были. Сейчас видишь, у Маузов как бы второй пик, и они по-прежнему все время забанили ЦК и Тинкера, теперь решали М5 забанить ЦК. Почему?
А где мой ЦК плюс ВИСП вообще? Что это за беспредел? М5 не играет с ВИСПом, Маус тоже не играет. Была только единственная команда, кто это делал, это Дарер. Сейчас посмотрим. Ну, наличие Enigma, конечно, это хорошо. Но что под нее еще будут брать? А еще, кстати, всякие тайды остались. Лондруид все-таки берут. По старинке берут Лондруида Моуспортс. Они с ним уже игры вытаскивали. Ну и Сент Кинг, как еще одно мощное АОЕ. Ну да, жесткий пуш, пуш у Маусов. Very, very strong push, in my opinion, in Mouse team. Так, я пока смотрю, надо местами поменять. Да, я думаю, что это Mouse Sports. Вот, сейчас все будет. Ну, все правильно. Каждую игру меняется, все отлично. Вот, сейчас все встанет на свои места. Точно. А то и думаю, что-то здесь не то. Это все, это называется пора спать. 2 часа ночи дают о себе знать. Одно дело хвосту, он вот проснулся несколько часов назад, у него все хорошо. Так, и забирают, точнее не забирают, банят виномансера. Ну вообще, как по линиям, я не знаю, возможно, да что угодно будут они, возможно, расставлять. И силабира в легкую могут поставить спокойно. Well, вообще пока непонятно. Casper, I think that they will put Lone Druid on the hard lane because M5 likes to use Lone Druid as like the hard carry, but they don't want him to get all the farm. I think they want to get farm on the Sand King and Enigma in the woods. So I came here to shoutcast because like it's pretty obvious that I should shoutcast in English and Casper should be in Russian, so we could have like the diabolic. Не, я же говорю, то есть я как бы пупее понимаю, хорошо, это классно, но, блин, как подать это зрителю? It's gonna be a diabolic duo here, man. It's gonna be one of the best shoutcasts in the world. Please tune in, everybody. Russian and English at the same time. Это будет hard mod для всех слушателей нашего стрима. Ну ничего, я думаю, они как-то переживут это. Если будет что-то, ну, вообще убер интересное, познавательное, то... Или что-то непонятное, я постараюсь тогда переводить. Ага. Вот наш Саша скомандовал. Приказ сверху поступил. Ладно. Забирает, кстати, точнее, забирает баня, также еще и Марфа Moscow 5. Может, чтобы у самих руки не чесались его взять. У меня такое чувство, что Маузес играет через антимага. Может быть. Может Они быть. Могут. Привет, Дэнди. Пора меняться. Хочешь пойти? Давай. У нас рокировка. Дэнди, ты что, серьезно решил заняться этим нелегким делом и выгнал Пупея? Ух ты. Я в домике. Ну что, рассказывай, Дэнди, как все будет у нас обстоять? Какой ты дружелюбный, а? Я ничего не слышу в этих наушниках, нахрена их? Ты с одного уха можешь снять вот так вот. И, будешь... и как клоун сидеть. Тебя все равно никто не видит, так что не парься. Опа, смотри, М5 берут аппараты. Ты знаешь, что это означает? Что берут аппараты. Ничего ты не понимаешь в доте реально, да? Нет, вообще ничего не понимаю. Это знак. Свыше? Он может замораживать. Да ладно. Серьезно тебе говорю? А еще он кидает, короче, ледышку, она разбивается, и там пфф, такой шар вообще. А еще чем дальше летит, тем больше ледышка, я знаю. Да. Да. Так что... Снежинка в народе называется. О, а это герой Бурулька, короче, бросает, знаешь? У нее сам для начала игры хороший. Он подбегает, короче, меняется, там каша-малаша, драка, ой, снежинка залетела, Санкин культ, драка, короче, ну и все. Еще Блэк-Волф 5 обязательно. А потом Чен хилит. Чен Пупей. Ну, вражеский чип. И на базу кого-то отправляет. Мол, типа, пора, пол хп уже. Он и с пулом иногда отправляет. Или с кликом. Да, фаст ТП. Ну, ты говоришь что-нибудь. Да, я не знаю, ты просто зашел и заполонил весь эфир. Джинджер. Джинджер. In the house. Не, нормально, рыжеволосую забрали. Смотри, я могу карты управлять. Повелитель доты. Так, не хватает у нас пока что только
я не знаю, что тут, соло мид будут брать или фуриона в мид отправят, пока еще не ясно, что будут делать Моуза. В общем, от последнего пика тоже будет зависеть, я думаю, достаточно много. Плохой стул. Дэнди, ты что, маленький слишком? Не, повыше. Неудобно руки, видишь, как лежат. Надо подушку подстелить. Reserve time. Ну, давайте, быстрее, сколько можно думать. Ты видишь вообще, что у него выбрано? Ну нет, нет. Этого героя вроде нельзя брать сегодня. Что ты говоришь? Я говорю, вот ты видишь, что у 14.37 так, давай не рассказывай, за героя вон. Это мой друг Боб. Он хорошо пикает. Боб, хай. Да, Дубай, все-таки Боб. Это антимаг. Как Пупи предполагал, что, возможно, будут играть на антимаге, и это, возможно, подтвердилось. Опа, а мы в клеточку. Sing, sing, be careful behind you. Be careful. Ну давайте уже, погнали, погнали, погнали. Ты болеешь за Sing Sing, я так понимаю. Я ни за кого не болею. Как это? Ну так. Ты... Но за Sing Sing, да. Я понял. Так, ну, в общем, команда MoSport. Sing Sing играет у нас на Лешраке, Black на антимаге, Секси Бамбоя на Фурионе и КВМ Чен 1437 на Винджи Фулл Спирит. Да. Где вы взяли ноутбук, который не лагает? Чувак, этот ноутбук, блин, я уже второй сезон хочу его куда-то спереть, но у меня так руки не доходят. Он хороший, вроде бы. А линии можно называть, да? Что-что? Линии называть. Можно, ну, конечно. Кто куда пойдет, короче, ребят, пока. М5, сейчас вам скажу, где тут кто. Давай. Так, ПГГ у нас, кстати, играет на Энигме, Вигас у нас на Сенкинге и Адмирейшн на Эйнштапаришене, Сайлент, Лондруид, ну и остается у нас Бладенджер, который, собственно, играет на Рыжий, на Виндранер. Пока что пацаны тут куда-то все поразбегались. Ну, в общем, я думаю, понятно, что вся надежда MoSports на фармящего антимага, вся надежда Moscow 5 на фармящего медведа. Все вроде так. Предельно ясно. Я недоволен Синсингом. Он прокачал спел сразу. Неопытный дотер. Неопытный. А вдруг? Сейчас из леса выбегают пятеро. Он найдет руну хосты на первом левеле, ему понадобится диаболик. Почему бы и нет? Встреча просто на руне медведя и тринта. Смотри, причем вифми повторяется. Причем так, при смотрим. При всем, видел, что сделал медведю? Тут самое интересное происходит. Ты что? На рунах это неинтересно. Это... Да. Тут дерево вот ПГГ вообще загнало просто. Давай. Нет, не судьба, видимо. Ну все, встречаются, в общем, у нас ребята. На центре у нас стоит Admiration с Вигасом против Синг Синга. Туго придется лишь Ракучую. А на топе у нас будет стоять Blood Angel против Блэка и 1437. Собственно говоря, вот он сейчас встречается с 1437. И пошла жара. Так, погнали они друг друга грызть. Ну, тут, я думаю, ничего интересного не будет. Хотя неплохо так разбивает лицо сейчас Винга своему противнику. Пошел Виндран. Это такое дело. Ну, на нижней линии, конечно же, будет Silent, который стоит пока против крипов. Отличное вообще противостояние. Синг-Синга уже пытался заморозить Admiration, а Дэнди наблюдает за тем, как кентавры дерутся. Что там у тебя происходит? Я что-то ничего не понимаю, что происходит. Расскажи, что ты интересного успел заметить? Ничего. Давай, твой прогноз. Где будет First Blood и когда? Опа. Видел, да? Вот так, да. Взял Синг-Синг и застанил почти. Говорит, заткнись, земля, и просто на и мазал. Избил. Да, вот все-таки встретил сейчас с Фурион с медведем наконец-то. У Blood Angel вроде тут проблем особо пока нету. Ой-ой, на Сайлента нападают. Тринты на Сайлента нападают. Опасная ситуация. Опасная, опасная ситуация. А ведь могли, могли что-то. Но он маневрами ушел. Все нормально. Ой-ой-ой, посмотри, там чуть не убили Даона в лесу у ПГГ. Ну это фидинг, это просто фидинг нейтралов. И тут вторая минута, схваточка. Какие-то там непонятки, Синг-Синг сейчас... говорит, я на лошади, я еду быстро, у меня 315 МС, вперед! Что-то пошло не так. А Камвифми говорит, а я на Волке каком-то езжу, у меня 300 МС, вот что за игра такая? И тут мы делаем выводы, что лошадь, кентавр быстрее, чем Волк. Ну, все по чесноку.
Ой-ой-ой, снова ситуация внизу. Тринт нападает на Сайлента, он грызет его, но еще чуть-чуть. 490 вот он, хп. Сайлент убивает. Одержал верх все-таки над ним. Посмотри, что происходит, видишь? Вообще непонятки какие-то. Тринты вообще все атакуют и атакуют. По идее, тут в миде должен как-то экшен образовываться, потому что Вигас вроде третий уже получил, у него и подкоп второй есть. Вроде уже доставать должен и до вот противника. Вот неожиданно комвиф мини подкрадывается на крыску. Он все ближе и ближе. Он читает врага, как открытую книгу. Ну, почти получилось. Вот Энгел думает, юзать ли ему или не юзать. А что юзать? И станчик просто заезжает и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Беда, Дэнди. А посмотри, сколько денег привалило. Кто физбат забрал? А Чену сколько привалило? Волк забрал физбат. Не, подожди, крип на волке. Так, ну Сален там внизу, понятное дело, стоит. Ему вообще никто не мешает. Впрочем, как и Секси Бомбоя. Там только тринты воюют. Так ведь? Дэнди так увлекательно смотрит за тем, как ПГГ фармит лесу крипов. Варкрафтер. Микрит просто божественно. Но на самом деле на центре, где должно было происходить наибольшее действие. Ой-ой-ой-ой-ой, вот эта встреча! И да, он и нападает на Секси Бамбу, но он скрывается в тени. Как так? Ребята удачно проконтролили одно дело. Тут сейчас была очередная попытка прессануть Blood Angel. Еще КВМ обходит с другой стороны. Пытается как-то его блочить. КВМ делает вид, что он профессиональный игрок в доту. И не получается. Да, тут уже Admiration вместе с Вигасом подоспели. Такие, мол, ребята, вы почему нашего обижаете? Ну и все такое. Да, Вигас что-то и подойти толком не может, потому что без аппарата как-то клешни маленькие, что ли. Короткие. Ой, какой стан от Синг-Синга и Свиэлла! Что произошло? Это каша! Какой кошмар? Нет, это была каша. Почему? Ну, Сан Кинг не успел даже двинуться, его просто в кашу превратили. Да, там, кстати, внизу только что вышку забрали. Медведь вместе с Энигмой и с Эдалонами запушили тауэр. Не смотришь, Каспер, не смотришь, пропускаешь. Так, а Blood Angel тут просто битва титанов, я не знаю, против Интимага. Выбегает Кентавр, говорит Blood Angel, что он не прав. Но вышка доказала Кентавру, что он еще больше не прав. Разница, разница. Ну, разница вообще тут маленькая, что по голде, что по XP. Ой-ой-ой, на центре что происходит? Неимоверный скилл! Почти что. Что-то Дэнди явно чем-то недоволен, я смотрю. Что случилось? Ну, Боб решил напасть на вышку, но вышка оказалась сильней. Ну, так бывает, когда ты четвертый уровень. Да. А внизу тем временем сексуальный бомбой пытается сделать ТП, но Сайлент демонстрирует невероятный скилл корней. Просто как плеймейт, он закоренил его в землю. Я даже не знаю, что добавить, ты вообще просто полностью тем описываешь временем... ситуацию. Каспер втыкает уже третий килл, этому Дангел он уходит почти. Нет, там, кстати, что. Есть ульт у Блэка, и не знаю, что он там тусовался. Не О, боже мой, Блэк, что творит Блэк? Он просто сбрил его, как бритва, и ушел с блинка. Нет, а Блэк тут должен по-любому убегать, я думаю, а вот кто там, Вига за ним, нет, не отправится. Это знаешь, как Борис бритва, только Блэк бритва. Да, не убьешь его. Тем временем. Что тем временем? Ничего. Блин, я-то думал, что-то будет интересное. Не, на самом деле 3-4 пока вроде бы более-менее ровно, но вот последняя, конечно, серия врывов от Mousesports. Опять забрали вышку. Mousesports ничего пока не забрали. Счет 4-3. Неимоверный скилл от обоих команд. Вроде вообще практически не коцанные. Крипов добивают как боги. Сайлент вообще на них смотрит, они умирают, ему даже бить не надо. Ну, Сайлент, кстати, самый большой. Не, не самый большой. Самый большой у Блэка. У Ты Блэка уверен? 35, а у Сайлента 31.
Ладно, тебе видней. Ну, как хочешь. Так, тут нападение! На Боба напали! Боб, спасайся! Нет, так беги! Спасется, точнее. Теперь Боб нападает, но Вигас неимоверно уворачивается. Снежинка прилетает по Синсингу, но он уходит. А сейчас Вигас, кстати, должен догонять по 14-37, но не стал этого делать. Тиммейты просто не поддержали его. И в результате КВМ, Синсинг и Винга уходят. В туман. Рун-контроль от обоих команд. Аппарату даже не пришлось, представляешь, ему не пришлось спускаться с реки. Он говорит, а у меня, ребята, ночной вижен. Я вижу, как просто капитан очевидность. Ты как-то пренебрежительно относишься к командам. Почему? Вот и я хочу спросить, почему. Посмотри, как Саймон красиво добивает крипов. Не каждый так может красиво их добивать. Некоторые просто вот взял, добил. Вот как Хвост, например. Он их просто да взял, добил. А Саймон он их красиво добивает. Посмотри, как у него летит удар. Смотри. Как грациозно залетают. Просто, да? И тут нападение на сексуального бамбуи! Не, ну сексуального-то бамбуи здесь по-любому убивают. И это минус убиваются на парыще, да. Да, и у Сайлента там вообще все. Красивых не любят, их сразу, смотри, что с ними делают. Адмирейшн только одного в миде оставили. Сейчас на него налетит какая-то винга. Мне очень поменяет нравится его местом, вот, например. Айтем Будангева. Пыталась сейчас винга поменять местами. Да Боб все пытается с этой вышкой драться один на один. Но все еще не может ее одолеть. Ну, видимо, не по шансам еще заходить. Борис Бритва наверху. Близок с бритью Таура. Не, так, а Блок сейчас спокойно заберет вышку, если, конечно, к нему никто не подойдет. Вот сейчас Blood Angel решил все-таки пойти помешать каким-то образом антимагу. Какие-то шифры на миникарте от команды Malsports. Ты видишь вот эти вот альт-клики? Ну да, 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 конечно. Вот они вот пошли. Вот он. Да, это шифры. Морзяночкой, может, отстукивают. Борис Бритва бреет не только чужих крипов, но и своих. И героев. Я уже думал, он сейчас пойдет виндранер убивать. Такой был вообще тактический. Ты видел, какой тимплей от М5? Просто. Антимаг нападает на виндранер, и Лондруид думает, сейчас ТП-шись помогу, елки. Правильно, закореню его. Закореню его. Ну, почему бы и нет? Корень. Тем временем. 10-я минута экшена, ничего не происходит. Команды по очереди контролят руны. Я просто жду, что ты еще можешь рассказать. Но Боб реально ненавидит эту вышку. Он говорит, я тебя испепелю. И зовет своих тиммейтов на помощь. Не, ну, как раз катапульта подъехала, он думает, о, какой я хитрый. И рассчитал, что катапульта подъедет, и мы пойдем. Но М5-то тоже не промах. Они спокойно забирают Тауэр сейчас на топе. Вот в миде, я не знаю, сумеет ли разменять. Снежинка прилетает! О, боже, какой стан! ПГГ еще плюшечку! Хороший пауэршот от Виндранер, забривает Вингу. Ой-ой-ой-ой-ой! И Сеткин как крутит на пальце, дружище! Нет, Чен отправляет его на базу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Беги, волчонок, беги! Ой, какая шеклшот привязочка! Блудангел, что творит? Что творит? Нажал кнопку Е. А может у него QWERTY расклад? Да, может быть, он нажал кнопку Q. А может у него хоткей, как у Пупея, он нажал кнопку Z. Пупея какие-то странные хоткеи? Да. Так, поймали. Что происходит наверху? Борис Бритва бреет! Он просто бреет Лондруида! Не, ну тут у Лондруида крыша неплохая, потянула. Сейчас играются ксимобои здесь. Это каунтерганг. Да, не получилось. Что-то пошло не так и неожиданно. После того, как планы Боба сломать первую вышку в центре провалились, М5 заработали 4 кива подряд. Но нет. Боб не сдается, он говорит, ты, паршивая вышка, умрешь. Сегодня она снова точно умрет. Снова зовет туда тиммейтов. Дэнди, расскажи нам что-нибудь интересное. У сексуального бамбуи есть мидас. Интересно? Отлично. Трогательная история. Да.
Дэнди, расскажи, как вы будете завтра играть. А у Сан Кинга есть 5 армора на 9 левеле. А, Дэндик? Что? Говорю, как ты будешь завтра играть? Хорошо? Не знаю. Ничего не знаешь? Как интересно, посмотри, что происходит. Баталия. Сову клювом гноит орков. В соло почти. Почти. Но Поп, он реально не сдается. Он говорит, ты, вышка на центре, умрешь. Он идет к этой цели постоянно. Он просто не уходит с центральной линии. Он приносит себе какие-то там айтемы, еще что-то такое, но он все равно ее давит. Сейчас ему просто страшно. На карте никого нет. Да сейчас вообще все с карты попропадали. Ждут, что боится, боится. Но цель у него одна. Антимаг, мне кажется, боится больше всех. Вот он только увидел стрелу, вылетающую из-за угла в крипа, вот Виндранер, и уже по-шустрому завязал блинкаут. После всего лишь одной отдачи. Да, убегает антимаг. Сразу же полетел торнадо на разведку. По вышечкам тут М5-то лидирует. У них много денег. Да, по вышечкам они знатненько лидируют. Сколько там? Только один таур на ботом лейне, да, забрали Mousesports. В то время как М5 целых 4 вышки забрели. Вот синг-синг просто, как часы. Смотри, God bless me! Бум! Есть. Да, и Москва, кажется, выдвигаются вперед. Вижу цель, не вижу препятствий. Интересно, будут ли им сейчас мешать или все-таки дождутся там. Хотя, с другой стороны, что ждать на хайграунде, если все равно. Лишак какими? А, Лишак с четвертыми молниями. Может нормально поотстреливаться. Больно там залетает. Винга еще с минус армором. Тоже крайне неприятный герой. Ну и начинает потихоньку грызть Moscow 5. Синг-синг молодец. Прокачался через молнию, чтобы у них было хоть что-то, чтобы можно было отспамливать врага, потому что у них очень мало того, чем можно спамить врагов, которые идут просто и пушат твои вышки. Да, ну сейчас еще очередная молния, забирает, тем не менее, Лондруид Тауэр. Вся надежда у них на Бориса Бритву. Ну, у Бориса Бритвы пока... все ведь тоже не так хорошо, как хотелось бы, я думаю, команде. Не, почему? Всех крипов, которых он мог, он, наверное, забирал. Просто, учитывая ситуацию по вышкам, денег не так много, как хотелось бы. Да ладно, хороший ульт аппарата, но, не знаю, вряд ли убьет. Да, не должен, по идее, он убивать. Настолько сексуальный, что он не может умереть. От ульта аппарата такие сексуальные ребята не умирают. А вышка-то стоит по центру? Боб про нее забыл. Там медведь уже тоже нормально затаренный. Admiration. Скорее всего, будет какой-нибудь форстав. Или еще что-то в этом духе. Счет пока 8-4. Не знаю, что там. Ну, преимущество уже вроде потихонечку вырисовывается. Неплохое, опять же, за счет тауров. Понятно, что у М5 действительно есть зазор по экономике. По XP совсем-совсем небольшой. Поэтому особо они не могут пока быковать. Хотя по артефактам, по идее, они должны нормально выезжать. Но у них там вот этот медведь, который с весьма затяжным артефактом, до которого еще нужно дожить. Ну а после появления радианса, конечно, будет минута. Интересно. А уже много всего произошло. Так, тут сейчас размансовки. На ходе 14-37, хорошо, просто все всадили в эту вингу. Ой-ой-ой-ой-ой. Решили ее не простить. Ой-ой-ой-ой-ой. Таких не отпускают, пацаны. Бедный Боб. Мне кажется, не судьба ему убить эту вышку в центре. Да, бомбой в это время внизу себе спокойненько стоит. Что-то там подпушивает. У него телепорт есть, имеет право себе такое позволить. Посмотри, какой у него костюмчик. Недаром у него ник такой. Костюмчик у него вообще гламур. Ну, он ведь секси-бомбой. Он не просто так же назвался. Где он такой достал? Какой план был нарисован просто на карте. Бай ПГГ.
Мне кажется, они его сейчас пытаются реализовать. Да, действительно, вместе с Медведем сейчас пошли грызть тир 2 вышку на топе. Конечно, ее дефить никто не идет, потому что думает, ну ее в баню, зачем нам нужна вышка. Они сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой! Тут Вигас что-то не пошел чена копать, не знаю. М5 будет пытаться перетянуть, наверное, врагов как-то наверх, потом просто уйдут оттуда. Так, а тут ведь сейчас и будет такая... дожидаться core айтемов. Там ОПГГ недалеко до нужного, Сайлента. Вигас сейчас заходит с Медведем, с Battlecry'ем начинают грызть Тауэр. Тауэр, кстати, умирает очень быстро. Синг-Синг. Нет, Синг выходит из-под Cold Feet, а не замерзает, конечно же. Опа, Адмира поймали. Стан еще один Admiration, а Синг-Синг. У Синг-Синга, ну, все равно делает, да, минус Admiration. Спасайте Медведя. Медведь вообще тут без печали. Борис Брита, смотри, все сильнее и сильнее. Связали просто всех троллей. Урсу тролля всех повязали. Подкоп от Вигаса. Ну, 14.37 одним своим видом внушил ребятам, что лучше им здесь не находиться. Ну, еще и кентаврами маленько подфидивают. Кстати, у Блэка там уже нормально собиралась. А в это время на нижней линии. А в это время Секси Бомбоя пытался пропушить нижнюю линию и благополучно убивать его Admiration вместе с Blood Angel. Секси Бомбой получилось там буквально чуть больше 500 хп забрать у Таура. Это хорошо или плохо? Он подарил деньги врагу. Это experience. Плохо. Это тоже плохо. То есть хорошего в этом нет ничего. И сам потерял деньги и experience. Это очень плохо. Да, на Медведю тут остается вроде тоже совсем ничего. Будет на кого свалить поражение. Во всем виноват Фурион. Мне кажется, Боб растерялся. Чего? Он уже ставит варды у себя в лесу, чтобы видеть, как нейтрал крипы исполнится. Ну, блин. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Ну, Блэк хорошо сейчас тут все выфармливает, все, что он может только себе выфармить. Эти шеклшоты, страшные вообще заклинания. Борис Брит вот дальше все бреет. Не, ну у Бориса Бритвы это цель одна только на этой карте, это просто брить, брить и еще раз брить. Что, чем он, собственно говоря, и занимается. Просто пришел, двоих сбрил сразу. Нормально все. Сейчас еще может вышку даже запушит. Ну, М5 делает все то, что должны делать. Да, все на морозе, все заняты своим делом. Все, ворвались тренты. Опача, Фурион. Нет, ну Друид забирает все-таки Aegis of Immortal, но Фурион не в то время, не в том месте появился Секси Бомбоя. Зачем он туда влетел, тоже не ясно. А, КВМ тоже пытались зацепить, но он сразу же под хил идет. Вигас на хосте. 4 секунды кулдауна на Бурроу Страйке. Шекл не очень удачный, ПГГ опять! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Вот это да! Как тебе? Ну там паучок ползал какой-то на земле, я видел. Видимо, он и был главной целью. Он погиб. Тут змейки всякие еще. Рыбки в реке плавают. Может, это было для устрашения противника, чтобы он не подходил близко? Это бейт, как говорит Пупей. Блэк там даже не знаю, он бедолага пофармить нормально толком-то не может выйти. Как только он выходит, сразу же начинается какой-то пуш или просто где-то активные действия, которые вынуждают его вернуться обратно. Опять немного тут не хватает для счастья. Например, Блэкхолла. Да, я только хотел отметить, может, Блэкхолла хорошего? Ну или хотя бы нормального. Если по одному герою его дать, то уже, в принципе, нормально. Уже неплохо, как бы. Но он умрет, скорее всего, этот герой. Ну, сейчас заходит, кажется, М5 на ХГ. Конечно, там Лешак неплохо, вроде молниями отпушивает, но все равно. Медведь заходит, начинает грызть вышку.
грызет. Там, кстати, все нормально. Ну да, там все нормально с медведем. А ты знаешь, что будет, если умрет один герой? Что-что? Знаешь, что будет, если умрет один герой? Что? Останется 4 героя. Все гениальное просто. Не, ну Блэк отошел, понимает, что сейчас пошли там по его душу, что сейчас нужно прекратить маленько подфармливать. Но им 5 толком ничего-то не сделали. Они просто сейчас зашли в мид, что-то погрызли тауэр. Хотя, с другой стороны, если они так периодически будут заходить грызть тауэр, он ведь упадет рано или поздно. Логично? Нет. Почему это нет? Ладно, логично, уговорил. Что-что? Уговорил. А, ну вот. Блин, я умею уговаривать. Неплохо. Мне кажется, Будангел собирает айтем на Magic Resist. Ты согласен со мной? Конечно. Я вообще всегда с тобой согласен. Боб ищет пути к центральной вышке. Да что-то Мауза вообще осели полностью. Не хотят они идти ничего. Не хотят идти драться. Это лабиринт. Не, ну они вроде должны сейчас понимать, так конечно, он вышел что с той точки, откуда пришел, смотри. Это немного другое. Другая немного напряженная точка. Так, Блэк. Блэка, кажется, поймали. Да, и сейчас просто... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это мага. Есть Шекл. Ой-о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 й. Не хватило, наверное, только вот как раз Блэкхола по этому одному пацану. Ну, просто БХ был на кулдауне, поэтому, вероятнее всего, он не был кастован. Мне кажется... Что такое? Что сейчас упадет одна сторона, а может и две. Ну, посмотрим, если Мауза сейчас не отдадутся, пока Блэк на мороженое не выйдет. На мороженое? Да. Нет. Я уже воду проспорил просто. Тебе еще мороженое? Нет. А сейчас им 5 как Мауза просто. Домой, на базу, ждем четвертый. Ну, ждем Рошана, да. Чик-чик. Не, ну Мауза-то заходит потихонечку. И вышку вроде медведь грызет, и вроде все хорошо. Только вот Blood Angel там уже наполучать успел от Таура. Что у него 340 кп осталось. Появляется новый медведь. Ну, это такое. Кстати, А тем временем... Да-да-да, вот этот дружище считал, он не дремлет. А посмотри на Бориса Брит, он тоже время не теряет. Он хочет закончить то, что не закончил Боб. То, что Боб не закончил... А тут, кстати, вот можно уже заканчивать. Ну, он это не особо понимает, не осознает. На самом деле боится, наверное. Хвост бы пошел, наш, по-любому. Что такое? Ох уж эти кнопки. На мышке. Так, там, кстати, Адмир еще. Вот медаль, форстав, неплохо можно, я думаю, вот пробивать под медалькой. Мне сейчас импект напоминает чем-то нас в первой игре с Маузами. Вот один в один, реально. Подошли к вышке, посмотрели. А пойдемте в центр. Ой-ой-ой, Блэк, ой-ой-ой, ну не надо! Не, ну Блэк там убили, да, но тут еще у нас секси-бомбой пытается улететь. От ПГГ и ПГГ! Опять Блэкхол. И да, я вот почти увел в этот момент камеру, но основной момент мы успели запечатлеть. Просто аплодисменты. Что-то сегодня у Володьки не задалось. Блэк мне напоминает Иисуса. Один в один. Есть некий такой игрок у команды Myth Trust. Да, да, я помню, Иисус. И план капкан в исполнении Visgo Game. Блэк куда-то идет, а там опа и шикл-шот. Как так? Откуда? Так, что там, кстати, у Блэка? У Блэка все не очень хорошо, так как он частенько в последнее время стал оказываться в таверне. Он всего-то умирал 2 раза, но эти 2 раза были там за последние буквально минут 5, что, в принципе, не может его радовать. Но остальная команда Mouse Sports просто продолжает бегать по своей базе. Я, кстати, бы не сказал, что у М5 намного больше всего.
Ну это понятно, они сейчас вообще съедают практически всю карту. Ну не практически, а всю карту. Они там свои, чужие леса, все, короче, выедают. И в результате вот просто молза стоят и бегают от таура к тауру, успевая только по одной, там, по две максимум волны крипов подбивать, и все. У маузов два героя все-таки фарм собирает. Фурион, антимаг, где угодно. Ну вот они как раз только нижней линии, по сути, и заняты. Антимаг и Фурион. Вигас просто пришел и задымел. Очень постоянно прессует, сплит-пушит, кто-то от команды E5 улетает вниз. Теперь они заходят под пайпом на хайграунд. Начинают бить таур. Есть минус вышка. Драка 4 на 5. И отступает М5. Да ладно. Какой вейв от сатира просто. Они ждут некого. Некоего песочного короля. Телепорта, я не знаю, чего они еще могут ждать, потому что... Ну вот он, да. Пришла, собственно говоря, эта личность. Все равно, конечно, неприятно вот им сейчас бегать, и с этим торнадо особо никак не залететь. Оно все сбивает, все, что только можно сбить и нельзя. Кстати, там бараки-то сейчас могут просто отъехать. Да, продолжает грызть медведь. Хорошие деревья от Фуриона. Стан от одного. Шекл не очень удачный. Но бараки-то, скорее всего, отъезжают. Да, и Сайленту просто ничего не собирается делать. Ой-ой-ой, бараки на медведе. Ну, просто... Блин, я не знаю, да сделать им хоть что-то, там просто уже Вигас начинает врываться. Ой-ой-ой-ой-ой! Синсин пошел! Ой-ой-ой-ой-ой! Что это такое вообще? Ой-ой-ой! Медведь, не надо! Не умирай. Спасите его! Борис Бритва! Ой-ой-ой! Это дабл дэмэдж! Ой, больно-то как! По спине не трогай, пожалуйста! Ну все, разменяли бараки на медведя, нормально сейчас чухают. Ну почему бы и нет? Почему бы и нет? А он нашел все-таки медведя, смотри. Так я имел в виду на вот такого медведя. Я понял. Я имею в виду, что он еще и большого нашел. Вот он в чем суть. Еще и Фурион прилетел. Ого, что происходит? Ой-о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 й
характере. Мужик. Вот это мужик, реально, красава. Медведя нет, байбэк. Хорошо. По ГГ, видимо, что-то не нравится, что мы с тобой тут разговариваем. Не, ну я думаю, все прекрасно видели, из-за чего, собственно, был весь кипиш. Дэнди такой сидит и нервно улыбается. Я здесь ни при чем. Я ничего не знаю, я здесь не присутствую. Что-то у Адмирейшена. Так, а что там, кстати, вот он, да, это дружище, все понятно, я думаю, обеих команд там тайминги должны быть хорошие, и начинается оборона Сталинграда, в данном случае этим Сталинградом будет у нас вот этот здоровенный каменный парень. Интересно, кому же он в этот раз достанется. Пошли сразу же первые разведки. Сейчас будет один из самых важных моментов в истории человечества. Погибает Урса. Ну, это разведчик вообще-то был. Партизан. Так, просветка. Ну, опять вот этого медведя одного пока бьют, только толку от этого особо нету. Хотя, есть такая штука, вот. Да, и опять эти размансовки. Находит сейчас Сайлента, начинает сразу же со стана, врывается Вигас, подкапывает, сразу же кексует, успевает он прокастовать. Синсин под БКБ влетает, ПГГ не знает куда в такого, что-то кастануть, и Блэк Холл попадает по одному, и Блэк, хорош, даблкил от антимага. И просто минус 3 делают сейчас, Мауспорс продолжает дальше Блэк атаку. Еще и Секси Бомбой тут же влетает, Адмирейшн отталкивает чуть-чуть, но сбить вроде нечем, нет, нечем сбить. Улетает Admiration, убегает Blood Angel. Но это 3 минуса от Mousesports, и Рошанчик-то стоит. Каспер, Каспер, твоя любимая фраза. Это... Что именно?
Нож, что ли? Нет, а другая. Что такое? Ну, когда все повернулось задом наперед. А, который камбэк? Именно. Он самый? Да. Окей. Ой, это снежинка! Как больно! Нет, ну снежинка... Что-то не торт в данной ситуации, снежинка. Еще небольшая разведка. Стараются хоть как-то контролировать ситуацию. Ice Vortex. Ну а тут сражение идет. Забирает Black быстренько Aegis of Immortal. Второй Рошан пал. Блэк, хочешь реген? Нет. Пожалуйста. Ладно. Пошел, забрал. Не знаю, что там будет сейчас собирать себе Блэк еще. Может, Тараску какую-то. Почему бы и нет. А у Мишки тут как дела? Ну, у Мишки понятного, что выходит дальше. Успеет он это сделать или нет? Потому что мне кажется, что антибаг сейчас наберет таких оборотов, что остановить его будет очень-очень сложно. Blood Angel пофокусфайрил Тауэр. Передумал сразу же. Ну, а вышка-то пока стоит. Но я думаю, стоять осталось здесь недолго. Мауза сейчас просто немножко боятся, непонятно чего. Потому что уже могли работать снизу. Например, Фурион там и так далее. А что он стоит здесь, я не знаю. Ну, Фурион просто стоит, кукует. Он типа гангер, понял? Он под этим делом? Ну да, 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 он гангает, гангает. Такой, опа, ганг сорвался. Гангает свою базу. Так, опять нужно натравить медведя. Да, тратит глиф фортификации Mousesports. Что, и М5 отходит, что ли? Нет, вот этот... Фурион решили из бора взять. Повторить. Хороший свап медведя, ловят сан, это просто без мана. Ой-ой-ой-ой-ой! Хороший выпад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! И как запустил! И ПГГ нету блэкхола. Просто 15 секунд ПГГ до блэкхола было тогда. И ничего он там не мог сделать, хороший шекл. Но суть не в этом. Суть в том, что Admiration-то ведь может тоже отсюда не уйти. Хотя, нет, решил Фурион дальше за ним не бежать. Все закончилось разменом Винги на медведя. Как тебе размен? А ты знаешь, как первый спелл аппарата называется? Cold Feet. Холодные ножки. Холодные ножки, все он правильно. Он бросил его на сексуальную бомбой, а тут просто побежал. Да ладно, ПГГ нашли, просто забежал под вард. Стоит в центре вард на миде и забежал под этот вард только что. ПГГ. Да. Беда. И вот так вот получается. Ульт аппарата, очередная снежинка. А, да, я забыл. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну как же без этого? Так, Фурион. Закрыли медведя. Медведя хотят покарать. Кстати, Блэк тут летел вообще вроде бы не торт, но сейчас мы должны сбивать, по идее. Ой-ой-ой-ой-ой! Да, сбивает Аегис. И Блэк уходит. Вот сделает блинкаут. Так, все нормально, нормально. Да, там, кстати, уже Т4 вышка одна отлетела. У команды Mousesports. Пупей на чайник крипа потерял. Кошмар. Да, у Блэка по деньгам все нормально. Вообще, у Маузо сейчас все вроде бы нормализовалось, более-менее. Вот. Он Борис Бритва. И тут все вроде бы понятно, и тут потихонечку становится ясно. Ну, Борис Бритва делает свое дело. Посмотри, какой он себе айтем есть. О, это был телепорт. Ну, отличненько. Все рассчитано. Почему бы и нет? Вот так. Опа, вот. Вот это ганг. Вот так вот взяли и уничтожили его. А там рапира была. Ну, там Abyssal Blade. 3 минуты теперь не сможет ее вязать. Да, вышка тут совсем-совсем битая. Сейчас ее не станет.
нашему величайшему сожалению. Заходит Мишка, начинает гореть. Хорошо грызет. А, кто там, кстати? А, Фурион думает, блин, что-то здесь не то, надо вышку заденаить. Ну, правильно. Действительно. Своих бить, чужие боятся, что-то такое. Или наоборот там. Опять пока ждут, пока не идут атаковать. Хотя вроде у них там и пайпы были, и все остальное. Да, пайп есть, мека есть. Мне вспоминается игра вот на ВДЦ. Na'Vi Myth Trust. Там тоже был антимаг, Фурион. И как там? Ну там только антимаг и Фурион, они делом занимались. А здесь свою вот, базу вот здесь Фурион, например, стоит. Вот смотри, вот, вот он стоит. Нет, и там тоже побежал. Был Лишак, но только еще был Свен. И они отбрасывались с пылами. Сейчас Мишку поймали, и Мишку, скорее всего, придется вызывать нового. Лишак справляется со своей задачей, на самом деле, на ура. Просто один герой, практически. Дэвид. Так он четвертыми молниями там неплохо крипов бьет. Молниями и станом он бреет всю пачку крипов. Да и Винга еще с минус армором неплохо помогает. Да, второй спал. А тем временем, тут уже-то ребята подходят, они и сами неплохо стараются. Еще Фурион немножко подсобил. Одна да, ошибка от любой из команд может быть фатальной на данную минуту. Да, кстати, Тауэр-то тут тоже потихонечку начинает проседать. Скорее еще тележка всего, приехала. Ничего не произойдет до следующего Рошана. Ну, хотя можно посмотреть, как неимоверно красиво внизу добивают крипов, ребята. Посмотри. Не, ну тележка-то свое дело сделала. Она вот довела Тауэр до красного состояния. Так что все хорошо сейчас. Ну да, до следующего Рошана нам еще ждать и ждать. Так, что там по айтемам-то интересного? Син-син, конечно, собрал себе тоже весьма веселое. Могу сказать, вот именно интересное, у Чена два телепорта. Да, это, наверное, самое интересное. Это интересно, я попросил. Да, курьер, кстати, вот только-только скоро появится. У Синг-Синга интересный айтем тоже такой для Лишака. Он его делает быстрым. Он уже не бегает, как лошадь, летает. Вот если сейчас люди бы, не знаю, обратили внимание на мини-карту, увидели, что обе команды играют просто с максимумом вижена, прям. Вот больше вижена сложно себе представить. Ну, они чувствуют, что он им на данную минуту не нужен. Двигаются в основном почти только впятером. Видишь, как внизу даже страх в поезде. Ну правильно. Да, есть такое. Так, и Моуза, кажется, потихонечку начинает выбираться из своего логова, из своей берлоги. Но они такие, они сейчас выберутся, вот да, до этой отметки, максимум. И сразу же домой, чтобы их никто не убил. Не, они прекрасно понимают цену поражения в данной встрече. Впрочем, так же, как и М5. И прекрасно понимают, что им необходимо для победы. Команды борются не за жизнь, а за жизнь. Да, и Блэк уже совсем скоро станет вообще очень сложно убиваемым. Думаю, М5 это тоже должны прекрасно понимать. Я бы сказал, что шансы абсолютно равные обоих. Потому что там вполне всего хватает против антимага, чем драться. Да там-то вроде и хватает, но все равно как-то не получается. Последняя драка вообще непонятно, что происходило, когда там на базе вообще ульт в одну сторону от одного, от второго в другую. Какая-то несуразица происходила. Вот из-за того, что одни не видят чего-то и другие не видят чего-то, все так и играют. Так, ну и Мауза приготовились к обороне, хотя не знаю, насколько долго буду ждать им 5 для того, чтобы наехать на них. Пеньки здесь бегают. Ой-ой-ой-ой-ой! Да, нашли ПГГ. Есть минус ПГГ.
Хороший шекл, но толку от него нет практически. И Blood Angel убегает. Enigma сразу же делает байбек. Это было нереально четко по определенной причине, которая вот скоро. У Дэндика уже появились фанаты. Да, и опять все начинается по новой. Опять Moscow 5 находится в центре карты. Mousesports тусуются у себя на базе, и все у них хорошо. Да, Володя заплатил за выкуп. Так, вот решили просто медведя покарать. Почему бы и нет? А медведь-то убегает. Так, появляется здесь ТРНТ. Ой-ой-ой-ой-ой! Рошан лоу ХП. Там уже Лешак просто кидает. Антибак покарает Эйниса Пеморта! Антибак с Эйнисом, это, конечно, беда. И ПГГ! Хорошо влетел. Но там на проклятие антимаг, он сейчас по-любому умирает. И проблемы сейчас у Маус-Форс. Два минуса уже. Но антимаг сейчас появится. Будет беда, скорее всего. Так, антимаг режет одного, второго. Это мясо. Ну, шекл не очень. И уходит. Уходит все-таки АМ. Хвост уходит с блинка. И пупей улетает с тобой. Да, минус, кстати, рейнджовый барак. Да, слушай, я там команды в команде Moscow 5 раздаются. А что ли мне показалось, что Маузы затащат эту драку мясо? Потом я передумал. Чего это? А вот не знаю. Что-то пошло не так? Наверное, будет кол. Да, ну, кстати, медведь с башером. Это, конечно, серьезная заявка. Медведь стронгкил бутсами, он как бы намекает. Да, тут уже и секси бамбу начал собирать интересные весьма артефакты. Да, антимаг, конечно, уже с Тарасочкой нормально себя чувствует. 2600 хп. Еще и мантастайл. 250 урона с руки тоже вроде неплохо. Так, проклятие от Энигмы. АМ. Холдфит. Поднимает на ветра. Свап ПГГ. ПГГ бьет. ПГГ минус. Очень быстрый минус. Ой-ой-ой-ой-ой! И сейчас медведя будут бить. Ой-ой-ой, Санкин крутится! Какой ультимейт! И погнал Сайленс, прокнет ли баш по кому-нибудь, да прокнет он или нет в этой жизни. Корни сработали по Синг-Сингу, там сразу же ветра, есть минус медведь. Вот это и у... Божественно. Ну и что, начинает грызть потихонечку Тауэр. Ну как, потихонечку, сгрызли-то его буквально за секунду. Антимаг. Начинает бить бараки. Мауспорс воспользуется. Еще кто... одного медведя-то убивают, и. Хотя все было же ведь у основного, вроде бы там у питомцев практически ничего не осталось. Опять хороший шекл связывает Синг-Синга. Но бараки здесь, скорее всего, будут умирать. Фокус, а его копают. Слам хорошая 14-37. Боб тут как тут. Ой-ой-ой! И улетает Винга. Хорошо. Винга улетает, секси бабой тоже улетает. Просто все улетают в команде Мауспорс. Забирают. Бараки по миду. Маус-Порс воспользовались тем, что у Нигмы не было блэк-холла. Просто пошли и нагадили. Ну, отличное телодвижение. Да, грамотно. Да, у Маузов, кстати, нету тут казармы магов, то есть рейнджовых юнитов, а забрели они, соответственно, милишников. То есть они, по идее, должны быть круче. Так ведь или нет? Моя твоя не понимать. Окей. Боб очень хитер. Он принес себе 4 штуки. Да, и Мауза опять засели в обороне. Понятно, что ждать тут еще нужно достаточно долго. Тарашана. Борис Бритва все толще и толще. Ну а Борис Бритва, он
Он бреет. Что еще можно сказать? Запахло. Справляется со своей задачей на отлично. Да, на топе, конечно, им тут маленько мешают, ну, за счет того, что у антимага БФ нормально. Смотри, какой у Вани айтем появился. Интересный. Ну, да, есть такое. Там тоже, кстати, много. Есть такая штука. Угу. Угу. На самом деле довольно-таки интересный, да? Да, и тут сейчас оборона последнего оплота, последняя линия по сути, потому что на миде-то этот барак, я думаю, убить-то успеет в любое время. А вот что будет происходить внизу, от этого будет зависеть, наверное, исход всей игры. Ну или там, соответственно, на следующем Рошане и нижняя линия. Если она устоит, тогда у Мазов еще будут какие-либо шансы. Обе команды медитируют. Да, ну видно, давят Moscow 5, потихонечку подпушивают низ. Топ сам по себе подпушивается, там уже крипы вот заходят в хайграунд. Вот скоро вот этого пассажира появится вот такой вот айтем. Да, интересно. Хороший айтем появится. Mm-hmm. Ну и периодически старается, как мы видим, аппарат как-то отпушивать мид. Опять шифры. Опять это затишье, и я не знаю, сколько будет продолжаться. Ну, конечно, я все знаю. Понимают, что типа Мауза будут сидеть в защите еще очень-очень долго. Ну, интересно, посмотрим, кто же все-таки круче. Медвед или же АМ. Им опять боятся идти на правом, и правильно. Потому что вряд ли им там на правом получится сделать все четко. Они ждут, скорее всего, снова дракона. Да, тут сейчас так и будут драки продолжаться от Рошана до Рошана. Сейчас НС опять начнет рассказывать про то, что Рошан дисбалансный, надо его убрать. Я вспомнил дракона и вчерашнюю игру Darrer против М5. Меня повеселил очень там битва с драконом. Ну, дракона я называю Рошана. Вот, и Ваня на Скелетон Кинге просто ворвался и пошел его месить. Ну, правильно. Был почему вы момент. Ну, а пока тем временем его там команда воевала. А, я помню, да, этот момент. Но он ведь вроде его замесил. Не домесил. Не домесил. Но картина была веселая. Ни в чем себе не отказывая, забежал на фулового Рошана и пошел его месить. Когда вокруг враги стоят. Так, а Блейк-то тем временем становится по-прежнему все жирнее и жирнее. А, еще и Тир-2 забирает здесь. Это Борис Бритва. Он бреет не только крипов, не только героев. Да, он тут сейчас все забреет нафиг. Конечно, М5 тоже вроде бы понимает, что им нужно делать. Они должны там заходить, напрягать и так далее. Но тут ведь вопрос там, в двух секундах времени. Ты посмотри, времени. Насколько они осторожно играют. Вот он делает что-то, за ним... Ой-ой-ой! Так, антимаг еще пока не прыгает. Шекл. Не точно. Ой! Ну, ах, поднимает ПГГ, но кажется, он не успел. Кастовать, он сразу стабил ПГГ! Ой, ПГ! Какой ультимейт! Сразу байбэк есть! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, погнали. Сейчас Вигаса прессуют. Вигас умирает. Есть минус Вигас, Мауспор бьют Сайлента, а минус Сайлент. И Blood Angel, кажется, только один уйдет отсюда. Да, Blood Angel сваливает. Ну что, Мауспор в очередной раз отбивается нормально. Дэнди обидели. Ну это такое. Что тут у Блэка-то интересного? Ну, Блэк сейчас замерзнет, конечно, еще и Шекл, и все просто в Блэка. Ой, массажирует его. Медалька. Вот на Адмирейшене. Адмирейшн умирает. Хорошо, влетает ПГГ, отличный БХ. Но все равно не хватает совсем немного. Делает один минус Блэк.
И где же прессуют Blood Angel? Это минус Blood Angel. И просто богоподобен уже антимаг. Это минус 5 от команды Mousesports. Да ладно! Просто сносит одну линию за другой. Вот так вот. Это еще не конец. Это еще не конец, а Admiration думает, что конец. Да, и пишут good game, Moscow 5. Да. Это победа. И Mousesports встретится завтра с Na'Vi. Mousesports встретится завтра с Na'Vi. Собственно говоря, это будет вечером, поздно, после всех других дисциплин. Так, сейчас, секундочку. Да-да-да, я все помню. Ну что ж, поздравляем наших зарубежных гостей. Не зря они, кстати, приехали к нам на LAN. Занимают они уже как минимум второе место. Moscow 5 занимают третье, соответственно. Покидают они наше состязание. Darrer уже заняли четвертое, M5 третье. Ну и MTV с Na'Vi завтра... Ой, MTV, Mousesports с Na'Vi завтра решат, кто же из них сильнейший и кто будет достоин... Сколько там? 6 вроде бы тысяч за первое место, что-то в этом духе. Да, 6 тысяч долларов. Ну а мы, наверное, на сегодня будем прощаться уже с вами, со всеми. Там пока вам показывают, как ребята радуются. Это в белой футболочке один КВМ, второй Интарион. Интарион уже занял третье место в дисциплине Bloodline Champions. Ну и опять же, будем болеть завтра за Na'Vi, будем болеть завтра за Mousesports. Отличная игра от них. Ну и немножко, совсем немножко не хватило Moscow 5. Давайте, увидимся завтра. Проверяйте.